7 лет. Я учусь в детском садике 8. Я хочу стать летчиком, потому что он высоко летает. Меня зовут Рифат. Мне 7 лет. Мечтаю стать космонавтом. Потому что... Чтобы высоко прыгать. А еще почему? Чтобы увидеть разные планеты и создать из них новую планету. Меня зовут Карина. Мне 6 лет. Я мечтаю быть певицей. Потому что я люблю петь. Я люблю петь, потому что мне нравится одна песня. Какая песня? Моя любимая. Я забыла, как она называется. Можешь нам ее спеть? Не знаю, я забыла там слова. Эта песня любит моя мама и папа. Ты уже где-нибудь выступала? Где? На моем кружке, где день рождения, на блокарком, котенком. Меня зовут София, мне 7 лет, я хочу стать доктором. Я хочу, чтобы я лечила маленьких и взрослых. А каких болезней ты их будешь лечить? Чтобы у них зубы не болели. Чтобы они никогда-никогда не болели. Меня зовут Яна, мне 7 лет. Я хочу стать поваром. А почему ты хочешь стать поваром? Потому что я хочу готовить всех, чтобы... Ну, хочу деньги зарабатывать. А ты будешь вкусно готовить? Да. Потому что в какой час ты приходишь. Какое твое любимое блюдо? Спагетти. А ты уже что-нибудь приготовил сам? Да, пирожки готовил. С чем? Ну, с чесноком готовил, с колбасой и с сыром. Ну, разные готовил. Я помню, что один раз только с чесноком. А помню, что сразу вместе чеснок, сыр и колбаса. И добавил кетчуп и соус. Я Семен, мне 7 лет. Я хочу стать боксером. Почему я хочу стать? Потому что я хочу деньги получать. То пожилым людям всем давать денежки. Меня зовут Дарина, мне 6 лет. Я хочу стать фигуристкой, потому что мне мама, когда мне было 5 лет, мне мама записала в фигуристную школу. Я умею делать разные фигуры на коньках. Мы всегда в выходные, с Абикой или с мамой едем на каток кататься. Ты можешь нам показать какую-нибудь фигуру? Мне 6 лет. Я когда вырасту, мечтаю стать артисткой, потому что я могу сниматься в фильмах и показывать на все горы по телевизору. Я хочу, чтобы мои ребятки всегда получали пятерки из садика, а воспитатели всегда любили и помнили нас. Ты уже снималась в каком-нибудь фильме? Да, снималась я в фильме. В каком? Я снималась в фильме «Шкатулочка». Меня зовут Эльмира, мне 6 лет. Я хочу стать домохозяйкой, когда я вырасту. А почему ты хочешь стать домохозяйкой? Чтобы деньги получать.
с детьми нянчиться, которые, ну, с кем оставаться дома. Ну, скучно же одному дома сидеть. Вот, поэтому я хочу стать домохозяйкой, чтобы детей ко мне приводили, и я с ними нянчилась. Здравствуйте, меня зовут Алина Мангулова, мне 7 лет. Я живу в городе Чистополь. Я хочу стать парикмахером. Я буду делать красивые прически всем, кто захочет зайти в мой любимый отдел парикмахеров. Я буду делать маску для лица. Здравствуйте, меня зовут Леня. Мне 7 лет. Я хочу стать боксером, потому что он классный. Всегда он качает мышцы. Ты качаешь мышцы? Да. А знаешь пару движений боксерских? Я знаю одно из движений ниндзя. Можешь показать? Да. Показывай. Берешь человека и вот так через себя, и вот ему по голове вот так делаешь, и он умирает. Еще у боксеров они всегда дерутся кулаками или локтями. Меня зовут Полина, мне 7 лет. Я учусь в 8-м детском саде. Я хочу стать певицей. Я хочу стать певицей, потому что я очень люблю петь. И мне нравятся все песни. Я пою дома около телевизора песни. Мне очень нравится петь. Я буду сниматься в Москве. У меня будет очень много зрителей и много аплодисментов. Какая твоя любимая песня? Моя любимая песня «Самая-самая». Ты можешь нам ее спеть? Да, я могу все ее спеть. Давай припев. Припев? О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая-самая. Меня зовут Аделя, мне 6 лет. Я хочу стать директором нефтяной кафедры. Сам главный. Я хочу, потому что там зарплата большая. Где-то по миллионам или по 3 миллиона, или по 20. А что будешь качать? Нефть или черное золото. Потом я куплю большой дом, и мы вместе поедем все в Москву, и в Москве мы будем жить. И за нами будут убираться роботы-уборщики. Меня зовут Дарина, мне 7 лет. Я хочу стать директором, потому что много денег получает. Каким директором ты хочешь стать? Я хочу стать директором детского сада. Ты думаешь, они получают много денег? Меня зовут Алдумай, мне 7 лет. Я хочу стать футболистом. Мне интересно играть в футбол. Наверное, ты станешь чемпионом, когда вырастешь. Да. Ты будешь в сборной России? Угу. И поедешь на соревнования в Европу? Да. И завоюешь кубок? Угу. Какой? Футбольный. Всем привет, меня зовут Ангелина. Мне 7 лет. В детский сад. Я хожу в детский сад, который называется «Дюмовочка». А номер детского сада 8. Номер моей группы 9. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать воспитателем, потому что я хочу проводить занятия с детьми. Ты будешь работать в этом детском саду? Да, если он еще не сломается. Меня зовут Эвелина, я учусь
8-м детском саде, мне 6 лет. Хочу стать дизайнером, потому что он умеет придумывать разные вещи. Ты уже придумала какие-нибудь вещи? Стулья, столы, кукол, корзинок. Меня зовут Елизавета, мне 6 лет. Я хочу стать дизайнером, потому что я люблю рисовать. А что ты любишь больше всего рисовать? Я все люблю рисовать. Меня зовут Ваня. Мне 6 лет. Я мечтаю быть спасателем, потому что это интересно и это очень сложно. А ты уже кого-нибудь спасал? Пока нет. Меня зовут Назира. И мне 7 лет. Я хочу стать в шкафе там работать, посетители там работать. Мне нравится, когда посетители сидят, кормить там. Меня зовут Кирилл, мне 7 лет. Я мечтаю стать таксистом, потому что с детства мечтал стать таксистом. А что ты будешь делать, когда станешь таксистом? Я буду перевозить людей куда-нибудь. Например, куда? Куда они просят. Меня зовут Амир. Мне 7 лет. Я хочу стать врачом, потому что врач помогает людям. А ты уже кому-нибудь помогал? Пока не пробовал. Меня зовут Максим, мне 7 лет. Я хочу стать футболистом. А почему? Потому что он сильный. В сборную России попадешь? Да. А на чемпионат мира поедешь? Да. На этот раз сборная выиграет? Лиана, мне 6 лет, я хочу стать дизайнером, потому что, чтобы зарабатывать много денег и чтобы люди любовались своим домом. То есть ты будешь дизайнером домов? Ты уже что-нибудь спроектировала? Да. Что? Я сделала, мне чуть-чуть помогал папа, я сделала небольшой кораблик. И он, когда мы его впустили, он уплыл, так не приплыл. Меня зовут Настя. Я хочу стать зубным врачом, чтобы всех лечить. Ты уже кого-нибудь вылечила? Нет, Алина. Алина, это твоя подружка? Да. Ты ей выдернула зуб? Угу. Как? Спит.